посмотреть Кейзи Чемпэн Хао Джан. Китайский дуэт, который очень мощно прогрессирует. Хао Джан, тем более, очень известный и авторитетный, и именитый спортсмен. Ну и, конечно, у нас есть еще Хевин Дэнни, Брэндон Фрейзер, американцы, которые неплохо откатались в короткой программе. А самое интересное будет понаблюдать за Вэнь Цзиньсуй и Кон Ханом. Это молодые китайцы, которые сейчас на второй позиции находятся, проигрывают 12 баллов, чуть меньше 12 баллов в тайме с Максимом. Вот, наверное, такие ключевые кипоинты, говорят танцевальным языком, точки сегодняшней произвольной программы у пар. Ну а сейчас Мариса Костелли, Симон Шнапир. Шестое место у них было на Скейт Америка, и сейчас они у нас после короткой идут пятыми. Правильная подкрутка, легко сделана. Параллельно каскад не получился совершенно. Выброс сальхов. Попытка сделать выброс сальхов в 4 оборота. Не слишком удачно по минус они пойдут. Ну хотя вот защита это будет 4 сальхов.
Skyfall. Главная музыкальная тема, название их произвольной программы в этом сезоне. Ну, наверное, самая такой опасной была у них последняя финальная поддержка, потому что когда шел подъем, он чуть-чуть ее так назад повел. Ну, чуточку ошиблись в темпе, наверное, и она пошла назад, и было видно, как он спину напряг для того, чтобы удержать ее, а потом уже такие несколько нервные переступания были у Симона Шнапира. Ну, в прошлом году они выиграли национальное первенство достаточно сенсационно. На чемпионате мира были только 13-ми. Ну, а, наверное, звездный их час в прошлом сезоне пришелся на турнир четырех континентов. Они бронзу завоевали впервые в своей карьере. Вот так вот достаточно высоко они забрались. Москвич по рождению Симон Шнапир был маленьким, увезен семьей в Америку, которая эмигрировала. Там начал кататься. Хорошая подкрутка, да? Согласитесь. Хотя, конечно, до подкрутки Тани с Волосожара Максимом и с Максимом Траньковым далеко. Потому что, конечно, у наших лучшая подкрутка. Что в этом сезоне, что в прошлом. А это нам показывают выбор Сальхов в 4 оборота. Выезда не было. Не было выезда. Тут судьи засчитан будет этот выброс. Ну, а сами понимаете, после того, как ты делаешь выброс 4 оборота, тебе тройной сальховский выброс делать, это, знаете, что ручей перепрыгнуть. Но вот из-за того, что выезда чистого не было, приземлилась она на две ноги, ну, несколько, я думаю, даже подстраховываясь, судьи все снимут, ну, как, поставят по 2 минуса, а уже компьютер снимет столько, сколько нужно. Но в итоге они за этот выброс четверной сальхов, который в базе 8 баллов, 6 баллов получит, это хороший результат. Это, несомненно, хороший результат. А вот за тройной сальховский чистый они получат 5,2, почти 6, получается, они сейчас скажу. А, 4,95, получается, тройной сальховский, который во второй половине программы. 4,95 по базе, 5,95, они даже 6,15 получат. То есть четверной с ошибкой выброс стоит меньше, чем тройной во второй половине программы с плюсами. Вот так вот. Ну, улыбки абсолютно одинаковые. Парад американской стоматологии. 1 балл с них сняли за падение.